Уважаемые друзья, я с удовольствием приглашаю в синий угол ринга нашего гостя из солнечного Азербайджана Анаби Абдулазимова. In red corner, please welcome from Azerbaijan, Anabi Abdulazimov. Очень оригинальную песню. Он призывает всех. Помпы. Вот Рауф Агаев, который только что одержал победу, выводит своего соотечественника из Азербайджана. Наби Абдулазимов, синий угол ринга. Добро пожаловать, боксер из Китая, провинции Гуйчжоу, Гу Чаньи. In red corner, please welcome from China, Гу Чаньи. Just don't lose yourself, Jeremy. Джереми выбрал мотивационную такую композицию легендарного рэпера Эминема «Lose Yourself». Don't lose it, Jeremy, just don't lose it. Уважаемые друзья, представляем боксера синего угла. Не успела проиграть песня, и Джереми уже в ринге. Джереми, он же Джу Туани. Я скажу за него «Ни хао», дорогие телезрители. Официальный вес 50 килограмм. Насколько я знаю, Китай сейчас очень сильно начал развиваться бокс. Кстати, китайские боксеры проходили тренировочный сбор в Владикавказе, в спортклубе «Ариана» под руководством нашего прославленного тренера Виталия Константиновича Сланова. Вот, представляют боксера Азербайджана Наби Абдулазимова и его соперник из Китая. Интересно будет посмотреть на дебютантов профессионального ринга. Молодые ребята, можно сказать, тинейджеры. В Соединенных Штатах Америки алкоголь им не продадут еще. Ну, они так как спортсмены, думаю, и не ищут его. Наш знаменитый ринг-анонсер Роланд Курбанов справляется с тремя языками, с русским и с английским, и объявляет даже китайца без единой ошибки. И мы начинаем. Ну что, пожелаем удачи дебютантам. Сразу попадает джебом боксер из Китая. Поддавливает китайский боксер. Хотелось бы сейчас призвать азербайджанского спортсмена не нервничать сильно в первом раунде, дабы не терять энергию. Разведка джебом от азербайджанского боксера. Двойка мимо. Попадает чек-хук от Джереми. Будем называть китайского боксера Джереми. Это была его просьба, кстати. Назвать его Джереми, он попадает справа коротким хуком. Ребята молодые, горячие, так что сегодня в ринге можно ждать всего, и Джереми попадает правым кроссом в голову Наби. Апперкот от Наби в защиту.
И еще одно попадание. Джереми. Джереми явно любитель западной культуры и выходит под американскую песню. И прозвище его Джереми. Ну или как модно сейчас говорить, никнейм. Заваливается почему-то во время атаки азербайджанский боксер. И размен ударами Джереми попадает. Энергичный китаец. Защита вся. Чувствуется. О, попадание справа. Жесткие размены у ребят. Напоминаю, что ребята совсем молоды, 18-19 лет. Не жалеют друг друга, не жалеют себя. Оба хотят показать красивый бокс. Поддавливает китаец. И попадает хорошую двойку под занавес раунда. У нас и уже первый раунд завершился. Все на матч, то у нас сейчас все на бокс. И второй раунд начинается. Промахивается справа. Би. Боксер за Азербайджана. Пока все по воздуху. Проваливает китаец азербайджанского боксера. И попадание хорошее слева азербайджанца. Горячий восточный характер азербайджанского боксера и даже огненные шорты у него. Вот так можно назвать его шорты. Огонь. Фаяман, как сейчас поют наши знаменитые рэперы. Посмотрим, что из этого получится. Серия неточных попаданий была с обоих сторон сейчас. Прижимает канатом сначала китайский боксер, а потом уже азербайджанский боксер. У нас будет рефери боксеров. И жесткое попадание справа от Наби. И возвращает ему все пропущенное боксер из Китая и попадает мощным кроссом прямо в голову. Right on the temple, как говорят наши американские коллеги. Раскачивает китайский боксер потихоньку свой маятник и пытается сблизиться. Азербайджанский боксер более длиннорукий, конечно, ему было бы выгоднее держать китайца на дистанции, но пока у него это не получается. Разрывает дистанцию китаец и сближается каждый раз и пропускает дважды с правой от китайца Наби Абдулазимов. И еще одно точное попадание джебом от Джереми. К сожалению, мне не слышно подсказок тренеров и аж закрутился. Так сильно хочет победить китаец. Буквально как торнадо.
еще один размашистый кросс от китайского боксера. Напомню, это 4-раундовый бой. У обоих боксеров это дебют, попадает джебом левым китаец. И заканчивается у нас второй раунд. Третий раунд. По-боксерски пожимают руки друг друга и сразу пропускает в начале раунда на бир жесткие два удара. Хороший мощный джеб у китайца. Бросается очень сильно азербайджанец на своего соперника. Успешно его проваливает. По всей видимости, набрал он хороший опыт во время тренировочного сбора в Северной Осетии. Вот очень собран, хладнокровен, как подобает мастеру восточных единоборств, в данном случае не совсем восточных. Бокс был придуман в Англии, но успешно, но не надо, зачем, Наби? Зачем нам эти нервы? Пожимают друг другу руки и бой продолжается. Поддавливает Джереми, боксер из Китая, и жесткое попадание слева. Ну, на мой взгляд, пока китайский боксер ведет, и опять жесткий джеб от китайца. Если я правильно вижу, сечка над левым глазом азербайджанца, это плоды работы китайского боксера. И он продолжает атаку. Серия апперкотов. Агрессивный. Агрессивный Джереми, он же Джо Туани. Я надеюсь, правильно выговариваю это имя. Да, да. И рассечение азербайджанского боксера. Прижимает канатом его и удар по затылку. Ну и толчок после удара по затылку. Немного грязных трюков в исполнении китайского боксера, которого нам привез из Китая. Dirty tricks made in China, назовем их так. Продолжает поддавливать, и успешная комбинация от китайского боксера. Несмотря на то, что гораздо ниже своего оппонента, очень мощно врубает он в каждую серию, каждый удар и промахивается с правой. Хорошо дышит очень китайский боксер. Тренировки в нашем дендраре, думаю, не прошли даром. Виталий Константинович Сланов знал, что делает. И чувствуется рука, чувствуется осетинская школа небольшой такой. И джеб. Опять он подскользнулся. Наверное, телезрители видят, там постоянно работают швабры, и вы не перестарались уже не первый раз, боксеры подскальзываются. И размер ударов пропускает азербайджанский боксер. Несколько сильных, мощных попаданий Джереми, представителя Китая. И у нас заключительный раунд скоро. Да, мне было интересно, как они общаются. Сейчас видно, что китайский боксер так и не выучил русский язык, и общаются они с Виталием Слановым через переводчика. Теперь главное, чтобы переводчик не был на стороне азербайджанского боксера и все переводил правильно.
Ну, а у нас в ресторане Дендрариум sold out. Нет свободных мест абсолютно. Вот, и публика потихоньку разогревается, как, наверное, вы видите в перерывах. Вот, и у нас заключительный раунд, четвертый раунд. Ну, на мой взгляд, пока преимущество на стороне китайского боксера. Он опять попадает справа. Пытается подстроиться джебом Наби Абдулазимов. Безуспешно. Жесткий размен ударов около канатов. Наби Абдулазимов пытается прижать своего оппонента жестко, но ничего из этого не выходит. Хладнокровный китаец все держит под своим контролем. О, ну что вы будете делать, а? Высушите эту швабру, наконец. Хватит издеваться над боксерами. Сушите весла и швабру тоже. К сожалению, рефери закрыл мне эту атаку, я ничего не увидел. Так вот, это очень интересный факт, что боксеры из дальнего зарубежья также приезжают к нам на тренировочные сборы. Это, к слову, о вообще развитии остинской школы бокса. Вот. Дай бог, чтобы так оно и продолжалось, и больше жесткий размен ударов. И дай бог, чтобы больше и больше боксеров со всех уголков мира приезжали к нам на тренировки, обмен опытом. Вот. Это очень позитивная динамика. Апперкоты от Джереми. Прижимает опять канатом своего оппонента и жестко врубает в корпус. Попадает апперкотом и правым хуком. Чувствуется, какие острые удары. Дважды апперкот пропускает Наби. Поддавливает. Постоянный прессинг со стороны китайского боксера. И еще одно попадание. Оставляет всего себя в ринге китаец. И, конечно же, стоит отметить рвение и упорство азербайджанского боксера. Несмотря на большое уже количество пропущенных ударов, он не сдается. И закончился этот поединок. Сейчас после боя у нас будет интервью. Одержал Гутяни! Гутяни! Чечене, говорит он осетинской публике, что значит штырбужник или большое спасибо. Награждение боксеров денежными призами проводит генеральный директор акционерного общества Маркус Тамерлан Мавзоев. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья! К сожалению, не знаю содержимое этих конвертов, которые вручают. Может, это просто поздравительные открытки. Награждается победитель поединка Го Тянь И. Видна рука мастера, заслуженного тренера России Виталия Асланова. Наш китайский друг,
Он уже у нас около 4 месяцев. И он практически уже стал осетином. Поэтому ему вручается кавказская папаха и медальон с изображением, серебряный медальон с изображением святого Георгия. Давайте поаплодируем. Несказанно рад папахе китайский боксер. А еще в придачу же медальон с изображением святого Георгия. Спасибо. Красавчик. Вечер на хвожий радом. На подон та хуш кашам акуфтой, махтер хуш кашам акушам. Предлагаем на хуш кашам авшимар Китая фоулах ижиш. Важах сау важах ма. На ваш так оттайте влах ижу и самух савратат. Бужник, спасибо большое. Давайте проводим аплодисментами наших боксеров.